Всем привет! Хочу показать мою бедняжку, мою красотку РС Сирена. Сразу покажу вам размер цветочка. Вот. А потом уже покажу ее во всей красе. Вот такая вот красавица. Очень красивая у нее форма цветочка. Вот такая вот звезда, но очень-очень многоконечная. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять концов у этой звезды. Вот. Ну, есть и поменьше цветочки, но часть цветов такая все-таки многоконечная. Некоторые вот даже более махровые. Очень красивая, очень всем она понравилась на выставке. Вот здесь тоже красивый такой цветок, как бы как разорванный, как мотылек получился очень. Сорт очень классный еще тем, что у него очень аккуратная маленькая розетка, сама листовая пластина очень маленькая. Вот вы видите листики. Это нормальные листы, не центральные, не маленькие. Это на самом деле вот у нее вот такой вот размер листа. Розеточка аккуратная. Немножечко тянет в моих условиях ручки вверх. Замерить хочу еще вот этот цветочек. Ай-ай-ай. Но это только у меня, потому что у меня на стеллажах их очень много. И они, конечно, не сидят там, как королевы у меня. Очень плотно достаточно они. Ну вот, посмотрите, да, размер. Ай-яй-яй, ай, проткнула уже лепесточек. Размер цветочка какой. Ну, все равно мне ее уже обрывать. Вот, вот еще целый пальчик до края лепесточка. Огромнейшие цветы, очень красивая. Очень люблю этот сорт. Вот. В прошлом году, летом, она у меня тоже цвела. Тоже были огроменные цветы, тоже шапочка. Это, кстати, тоже вот это первое цветение кустика. И в прошлом году была тоже розетка новая. Но в жару она у меня в прошлом году сильно заплыла. В этом году у меня кондиционеры. Я стараюсь немножечко как бы им поддержать температуру. Вот самый сортовый окрас, это вот на вот этом цветочке мы видим. Здесь она тоже уже немножко как бы подзаплыла. Вот такая вот красоточка. Ну и все, очень много листиков продалось. Сейчас буду приводить ее в порядок. Все, всем хорошего дня.